Землю у Марешкиного родника хотели застраивать дважды. Кажется, история пойдет на третий круг. Источник реки Симбирка вновь под ударом исчезновения. Речь о четырехэтажном доме, который начали возводить на перекрестке улицы Роза Люксембург и Федерации. Эта территория считается зеленой зоной. В 2019 году строительство жилого дома приостановили по решению суда. Сейчас площадь 400 квадратных метров обнесена забором. Однако местные жители забили тревогу вновь. В конце прошлого года администрация начала работу по внесению изменений в генплан о зеленых насаждениях. Мы ведь выступаем не против стройки сейчас. Я, поскольку юрист по образованию, у меня в заявлении указано, что мы против застройки зеленых насаждений. Чтобы зону зеленых насаждений не изменили в генеральном плане на зону жилой застройки. Вот. Потому что тогда у них будет основание вести строительство. По мнению жителей, стройка нанесет удар по местной флоре и фауне. Четырехэтажка также увеличит антропогенную нагрузку на особо охраняемый природный объект. Это уже подчеркивают специалисты. Чтобы защитить родник и его территорию, активисты вновь обратились за помощью в Общественную палату региона. По этому случаю собрали профильную комиссию. Если сейчас нарушится геология и будет изменение вот этого водоносных горизонтов, то вот те водные объекты, которые сегодня есть, они со временем превратятся в болото. И, безусловно, эта территория уже будет не привлекать к себе, наоборот, отпугивать людей, и оттуда будут все бежать, потому что единственный способ будет его только закопать. Кроме того, председатель профильной комиссии Лев Левитас сообщил результаты геодезических исследований. Так, площадь участка по градостроительному плану, где сейчас стоит забор, значительно меньше фактической. Эколог называет это самозахватом земли. Мэрия отвечает. Тот проект, который генплан, мы сейчас вносим изменения в генплан, учитывает именно контур земельного участка. То есть там это обозначено и в текстовой части, и сам контур. Если они где-то что-то самозахватом заняли, это уже, естественно, соответствующая служба должна этим заняться, надзорные органы. То есть мы как бы с этим полностью согласны. По мнению Общественной палаты, сейчас главный вопрос – это открытость общественных обсуждений и сама процедура внесения изменений в генплан. Любой вывод из зеленой зоны должен быть профессионально обоснован. Мы запрашиваем все документы по комиссии. Изучаем эти документы и очень настоятельно рекомендуем мэру города Ульяновска изменить состав комиссии при принятии решения по зеленым зонам, чтобы половина членов комиссии, там были все-таки компетентные люди, которые могли бы отстоять права граждан на благоприятную окружающую среду, как это написано в Конституции. По информации профильной комиссии палаты, за последние два года из зеленого фонда выведено почти 384 гектара земли. Рената Люлова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.